редакцию телерадиокомпании поступил звонок, что граффити, появившиеся на стенах гаражных массивов, накануне испортили вандалы. По прибытии на место наша съемочная группа увидела, что картину приводит в первоначальный вид автор Юлия Щербан. Как увидела, пришла, решила подправить. Вообще север же сложно передать, да? Он по-своему и красив, ну и в то же время где-то местами очень скуден. Ну, поэтому, как бы, вот в такой композиции хотелось передать всю красоту. Как призналась девушка, чаще всего она рисует на холсте. Это граффити – ее первая работа. Юлия рассказала, что в ближайшее время она собирается порадовать горожан еще несколькими художественными композициями.